Сегодня избирательная комиссия Алтайского края приняла решение о регистрации 11 кандидатов в депутаты Государственной Думы. Несколько минут назад закончились заседания окружных избирательных комиссий, на которых вручались удостоверения кандидатов в депутаты Госдумы. Сегодня официальные документы получили сразу 11 человек. Это председатель КЗС Иван Лор, депутат Государственной Думы Александр Прокопьев, депутат Краевого парламента Сергей Убраев. Первым, кому вручили удостоверение, стал заместитель губернатора Алтайского края, курирующий социальную сферу, Даниил Бессарабов. Это удостоверение о регистрации в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы по данному одномандатному избирательному округу. Это первый, один из самых серьезных шагов в рамках избирательной кампании. Напомним, в избирательную комиссию Алтайского края поступили документы от 37 кандидатов в депутаты Государственной Думы. Они представляют 11 политических партий. По последней информации официально зарегистрировано 30 человек. Решение о регистрации остальных будет принято до 13 августа.